На сцене младший хор инструментального отдела классики, художественный руководитель и дирижер Валентин Константин, концертмейстер Лариса Казанцева.
Теперь гимн Подмосковья, неофициально. Наши девушки.
Какого рать пришла сюда? Битвы ждет без страха, хоть и грозен враг. С ними два монаха, с хими на конях. Скоро грянет битва, и звучат в тиши воинов молитва, как одной души. А за этой ратью вся святая Русь. Стойте крепко, братья, я за вас молюсь. С ханской силой биться, мощно ополчась, мощно ополчась, в лавру помолиться прибыл Дмитрий князь, прибыл Дмитрий князь. Молвил князю Сергий, подавая меч, меч с Богом ныне свергнем иго с наших плеч. Oh.
Падение.